У нас демократия крепчает каждым днем, и людей сажают по 202 статьи. 202 статья, часть первая, часть вторая. Особенно сажают татар, который выступает за сохранение своего языка, своей культуры, выступает против ассимиляции, русификации и так и далее. Вот у меня список из 30 человек. Я хотел бы их тут вам зачитать, чтобы вы знали, что людей сажают еще и по национальному признаку, получается. Раз татарин хочет знать свой татарский язык, изучать, и с им общаться, писать, разговаривать и так и далее, то он уже вон, его это разжигает межнациональный рознь, его нужно сажать. Thank you.
Thank you.